Школа фотографии Open Photo представляет. А вы вот по жизни мотивируете людей, кого попало, фотографируют? Фотографируют, чтобы запомнить это мгновение, или просто фотографируют для души? Или не было такого? Было такое, нет. Вот понимаете, в чем дело? Здесь... Сейчас, просто это требует такого немножко захода со стороны. Дело в том, что просто фотографировать, что попало, это не очень хорошо. По маленькой-маленькой причине. Но это вот у меня такое мнение. Возможно, я не прав. Вот. Потому что фотография на самом деле, на данный момент, это прежде всего невербальный способ передачи информации. Вот, и фотографируя кое-как, мы, по сути дела, кое-как передаем информацию окружающим, зрителям. Вот в чем дело. Учитывая возможность интернета и то, что потенциально мою фотографию могут увидеть миллионы, может и 2 человека увидят, может и 10, а может быть и 100 тысяч. Это нельзя исключать. Вот, соответственно, я кое-как эту информацию им туда выкидываю. Так же, как если бы я писал текст. Ну, собственно говоря, то же самое происходит, что когда мы пишем текст, пускай маленький текст, но, блин, это сложно объяснить на самом деле, потому что это очень большая тема. Вот вы сказали, фотографировать кое-как – это не дело, это не нужно. Всегда приходится так делать. Потому что когда мы пишем, конечно, когда мы учимся писать, у нас сначала не получаются буквы, они у нас не выстраиваются. Потом у нас не получаются слова, фразы, предложения там, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То же самое здесь. Это так же, как учиться ходить. Сначала падаем. Потом фотографировать, да, надо. Но надо фотографировать не кое-как, надо фотографировать хорошо. Кое-как само получится. То есть, сделай хорошо, плохо само выйдет.